В ночном клубе «Гагарин» прошло одно из самых ярких фэшн-событий уходящего года – фестиваль индустрии красоты. Это мероприятие проходило в 2 дня. Открывал его чемпионат по парикмахерскому искусству, в котором было представлено несколько номинаций. Далее шел чемпионат по декоративной косметике. В это же время на сцене проводились мастер-классы от ведущих стилистов города Ольги и Виктории Гордис, где всего за 10 минут из обычной девушки создавался неповторимый яркий образ. Образ должен прежде всего подходить человеку психологически, и, конечно, он должен быть в эстетическом плане очень хорошо и грамотно выверен. Это и прическа, и одежда, и сочетание макияжа, и сочетание внутреннего содержания. Не менее прекрасный образ создала и Олеся Пластинкина своим макияжем в стиле креатив. На протяжении всего мастер-класса она применяла различные нестандартные материалы и формы. Вечер завершала фэшн-шоу, дефиле моделей участников чемпионатов, модные показы и многое другое. Сегодняшнее мероприятие очень значимое для города Саратова. Основная цель фестиваля – это популяризация профессий парикмахера, визажиста, мастера маникюра в городе Саратове, а также повышение качества услуг, оказываемых населению города. Второй день был не менее интересным. Открывал его чемпионат по моделированию и дизайну ногтей. В нем принимали участие более 35 мастеров и дебютантов. Беспристрастные жюри оценивали конкурсантов по единым критериям. Мы судим по 10-бальной системе. Некоторые критерии у нас идут 20-25 баллов, но это уровень сложности. Собственно говоря, критерии для всех, и для юниоров, и для дебютантов, и для мастеров одни. В этот же день все желающие могли совершенно бесплатно сделать покрытие своих ноготков профессиональным лаком руками хороших мастеров. Надежда Москова, Мария Горбачева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ Саратов.